В ночь на 14 января в России и некоторых других странах мира отмечается Старый Новый год. Неофициальный, но любимый в народе праздник, который получил свое название из-за перехода на так называемый «новый стиль». В 1918 году в России был введен действовавший в Европе григорианский календарь, и разница между старым и новым стилями составила 13 дней. Таким образом, появилась возможность встретить Новый год дважды. Кроме нашей страны, этот праздник отмечают в Грузии, Украине, Белоруссии, Абхазии, Македонии, Румынии, Греции, Сербии, Черногории и в некоторых регионах Швейцарии, где его называют «День Святого Сильвестра». А как относятся к Старому Новому году одинцовцы, это выяснила наша съемочная группа. Нормально, обычно. Но мы люди более старшего поколения, поэтому, знаете, мы его признаем. Новый год старый буду отмечать, как по старой традиции. Будем пить шампанское, будем делать оливье. К этому празднику я отношусь не так уж серьезно. Отмечать, конечно, не буду, но просто так, может быть, родителей поздравлю, конечно, обязательно. Но такой не отмечаем. Как всегда. Готовим, конечно, стол накрываем, встречаем. По традиции всегда. Я люблю все праздники, это однозначно. И сегодня, как назло, и у моей мамы сегодня день рождения, но это не назло, это к радости, конечно. И отмечаю я сегодня два праздника в один день. На Старый Новый год у каждого свои традиции, лепим вареники с сюрпризами. Вот, так что, как бы и тот Новый год новый по-своему хорош. И Старый Новый год тоже. В принципе, собирались так небольшой праздничный стол накрыть. Вот, и елочку включим. Хороший праздник. Старый праздник. Настоящий Новый год. Все как положено. Как и по традиции наших стариков. С Новым годом!